И всем привет, ребят, с мистером Вайкосю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами протестируем лучший дрон для новичков и не только, который является у нас, наверное, приоритетным первым дроном в нашей игре. Сегодня поговорим о дроне Брут, поиграем на нем, ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике, установите мой личный так ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо Брута, то неспроста я сказал, что это новичковый дрон и первый дрон, который вы должны приобретать при начале нашей игры, так как этот дрон, во-первых, является самым дешевым, самым экономичным, ну и дает как раз-таки усиление ваших припасов, повышенной ДДшки и повышенной брони. По сути, это самое главное, что вам нужно, и то... Ну, для чего, по сути, он и используется изначально, да, то есть он не хавает никакие дополнительные припасы, то есть он не тратит никакие дополнительные параметры, то есть четко дает только лишь функцию, такую же, как любой другой дрон, без еще дополнительных бонусов и дополнительных трат. То есть, если вы раньше, например, играли там условно на кризисе, у вас очень быстро улетела расходка, то вы взяли вот этот вот самый замечательный дрон, который называется Брут, и экономично и четко все это дело уже дальше реализуете. Поэтому, если вы начинаете только играть, то вы должны понимать, что этот дрон — это то, что в первую очередь вы точно должны прокачать и получить на своем аккаунте. Сегодня же возьмем, ну, наверное, такую вот простую комбинацию в виде Хантера с Маки. Возьмем с Маку какую-нибудь с устройством за кристаллы, да. Ну и отправимся в матчмейкинговый бой, посмотрим, что у нас из этого получится. Насколько хорошо нам удастся вообще реализовать дефолтный Брут. Я думаю, что особо сильно отличаться, например, вот этот Брут от того же бустера, либо там защитника, не будет. Да, при этом дрон не хавает никакие дополнительные припасы. Ну и вообще проверим теорию, реально ли на Бруте дефолтном забирать первые места, ну и комфортно себя чувствовать в рамках матчмейкинговых боев. Так как Брутов, на мой взгляд, не так много. Да, не так много кто на них играет, но я бы сказал, что если ты не хочешь тратить никакие дополнительные там расходки, припасы, у тебя малых припасов, да, и ты там, например, жалуешься о том, что у тебя расходка постоянно улетает, то ты просто обязан брать этот дрон. Запикивает меня на осу в режиме регби. Довольно неплохая карта для моего вооружения. Ну и будем пробовать играть под доставку, будем пробовать играть под киллы, под набор очков. Надеюсь, что у нас в этом плане все четко здесь получается. Начинаю с ДДшки против вулкана. Можно было бы начать с брони. Но вроде как и так все хорошо срабатывает. Молот у нас тут какой-то жесткий против меня ваншотает. Прям просто одним шотиком. Не знаю, что это был за молот. Но больновато, если честно, залетело. Будем пробовать бороться за мечи. Ну а дальше будем уже пробовать играть под доставочку Хантера. Грома здесь довольно быстро обрабатываем. Викинга Фриз влетает здесь под меня. Пытаемся раскрутиться. Ну и сразу же после раскруточки будем пробовать выходить под доставку. Есть дроповая на центре у нас оудишка. Но под нее играть я не собираюсь. Так, посмотрим сейчас, что мы можем взять еще здесь по резисту. Интересно, я вижу две рельсы, два скорпиона. Две рельсы, два скорпиона. Сейчас подумаем, что нам еще здесь интересно. А, у меня это рельсы, скорпа стоит резиста, да. Ничего пока что менять не будем. От рикошета рез брать тоже не будем. Так, и мяч у нас улетает в киллзону. Что касаемо смоки, то она, в моем понимании, идеально подходит вот как раз-таки под брут. Хотя, в принципе, на бруте можно играть с любым вооружением, так как вы должны понимать, что это просто вооружение с дефолтными настройками, да, то есть у вас нет никаких там дополнительных бонусов, приколюх, у вас просто есть стабильные припасы с повышенными работами, да, то есть если он у вас выкачан на фул, но прокачать брут на фул — это 200 тысяч кристаллов, да, то есть это супер-супер дешево. Так, ну и здесь Хантер у нас есть, в него, я думаю, что
был смысл явно прожимать овердрайв в связи с тем, что он везет мяч, плюс у него есть овердрайв. Рисковать особо сильно в таком моменте не стоит. Но то, что у него подрывник был, этого я немножечко не ожидал. Но ничего страшного. Овердрайв в любом случае отдавать в такого игрока, в моем понимании, не ошибка. Так, ну и он в меня продолжает въезжать. В принципе, ничего страшного, пусть въезжает. Главное, чтобы мы не отдавали здесь доставки противнику. Ну и можно побороться еще за центральный овердрайв, который только начинает выпадать. Попробуем его тоже забрать. Пока что у нас все выглядит очень и очень даже неплохо. Так, в очередной раз этот противник у нас перед нами появляется. Он, кстати, опять пытался прожать овердрайв. Только сейчас он, получается, этот овердрайв уже полностью должен был потерять. Да, в связи с тем, что он прожимал его тогда, когда я в него вжался. Так, ну и он продолжает въезжать именно в меня, не играть в мяч. Наверное, есть какая-то связь в этом деле, но ладно. Главное, чтобы наши тиммейты сейчас сделали доставочку. Доставка есть, шикарно, счет открыт. Что может быть лучше, когда у нас открывается счет в такой катке? 150 очков у меня. Не сказать, что это супер плохой результат, но и не сказать, что это хороший супер результат, да, то есть что-то средненькое у нас получается, да, для сравнения, например, если бы я играл бы сейчас на Гиперионе каком-нибудь, то, очевидно, у меня было бы больше возможностей пожить дополнительно, но также при этом вы должны понимать то, что у меня бы и припасов уходило бы в 3 раза больше. 3 раза больше припасов, да, то есть здесь у нас с дефолтными параметрами просто за одну броню прожимается один припас брони, за одну ДДшку один припас ДДшки. Ну и также сам работает с аптечкой, с миной, с нитрой, со всем. Так, по 1700 у меня со смоки каждый выстрел наносит по бездашному танку, что является очень хорошим уроном. Да, пытаемся здесь запушить дальше. Наш тиммейт пытается вести здесь мяч. Соответственно, у нас есть шанс сыграть чуть-чуть в плюс. Чуть-чуть в плюсик. Подстраховочку. И тиммейт доставляет второй мяч. Шикарно. Пока что складывается игра для нашей команды просто великолепно. И у нас еще остается 8 минут. 85% овердрайва у меня есть. Попробуем сыграть под быстрый набор оверки. Арес у нас здесь шар не успеет нажать. Хантера здесь тоже добираем. По Крусейдеру можно пострелять. Овердрайв появляется в четверых. Ой, шикарный в четверых овердрайв. Шикарный овер в четверых. Так, ну и пробуем через широкую здесь сразу проехаться. Может быть, удастся проехать здесь на широкой. Нет, не удается. Можно было попробовать накинуть еще наперед мяч. Ну ладно. В принципе, пробуем. 7.20 у нас до конца. У меня 270 очков. 270 очков. Очень неплохо. Если честно, пока что так вот здесь против Хантера, конечно, можно было бы и побыстрее среагировать, и успеть прожать аптечку, и не слиться так глупо. Но в любом случае неплохо, неплохо. 25 киллов у нас уже есть. Ой, 25 киллов, на 25 киллов мы уже идем. Точно, в этом бою. Если учитывать тот факт, что еще даже полбоя не прошло, у меня уже половинка есть от этого количества. Но наша задача не так киллы, как доставки и в целом победа в рамках этого боя. Поэтому стараемся именно саппортить команде под доставки. И даже если я где-то там дополнительные киллы особо сильно не получаю, ничего страшного в этом нет от слова совсем. 75% овердрайва у меня уже есть. Пробуем сейчас подстраховочку сыграть. Добрать еще один быстрый овердрайв надо. Постараться. Так, сводка не в меня. Шикарно. Она летит не в меня. Так, и теперь надо играть под мяч. Подстраховку тиммейтов. Подстраховочку тиммейтов. Тиммейты улетают на респаун. Здесь Викинга Фриз у нас играет. Пробуем чуть-чуть подблочить его, чтобы выиграть время при респе. Овердрайв у меня уже появляется. Ну и если вдруг сейчас противник будет прям жестко лететь под доставку, то я готов этот овердрайв у него реализовывать. Но его и так довольно быстро здесь забирают. Так, хоппер здесь с подрывником. Чуть-чуть шире берем, чтобы он меня не забрал. Успеваем прожать еще аптечку. Ну и тиммейт пытается ехать через центр под доставку. У меня есть овердрайв, но нет аптечки. На аптечку еще 20 секунд кулдауна.
Поэтому пробуем здесь широкой просто накидывать урон. Пробуем здесь чуть-чуть покрутиться. Пробуем покидать. Отлично. Еще урон. Так, ну и такой легенький блочек еще кидаем. Трупиком. 19 на 15. Шикарный счет. 5 минут у нас остается до конца боя. При этом у меня уже 400 очков в рамках этого боя без единой лишь доставки. То есть, по сути, все эти очки набраны на только лишь накидки урона по противнику. Так, немножко по-другому я хотел это все дело реализовать. Думал, еще успею сыграть под овер. И этот хоппер не успеет сыграть в упор в меня. Но, к сожалению, он успевает здесь доехать до меня под упор. И просто улетаем мы очень быстро на респаун. Так, тиммейт пытается через право въехать под доставку. Попробуем подпушить сейчас здесь центральную зонку. И покидать дополнительный урон. Я неспроста взял именно это устройство на смоку. По сути, наверное, можно было бы взять любое устройство на смоку. Но я взял то устройство, которое наносит большее количество урона. При этом это устройство за кристаллы. Да, то есть, чтобы вы понимали, что это не какое-то там донатное устройство. За счет чисто донатного устройства вывез. Нет. По сути, на смоку сейчас можно и спокойные, легенькие устройства за кристаллы брать. И очень хороший урон даже на бруте накидывать. Да, как вы видите. В этом плане все четко у нас работает. Так, пробуем реализовать аптечку под фулл хп. Под фулл хпшечку. Пробуем еще поднакидать. Пробуем еще поднакидать. 98% овердрайва у меня есть. Можно попробовать ворвать. Врываем. Врываем под накидку. Наши тиммейты, может быть, подворвут тоже. Мамонт вжимается очень неплохо. 26 киллов у меня, кстати, за 3 минуты до конца. Падает оверка еще на центре. Пробуем играть под оверку на центре. Нитры начинаю, если честно, не совсем грамотно, наверное. Можно было начинать по-другому. Так, и Хантер летит под доставку. Остановит ли его кто-то? Изида. Успевает Изида все-таки под овером отработать. Неплохо. Так, и здесь теперь надо чуть-чуть аккуратненько сыграть под тиммейтов. А тиммейт просто падает у нас в минус. Ну и по сути вообще здесь легендарная турбосушечка может быть. Легендарная рабочая турбосушка. Мне в принципе, наверное, здесь особо сильно и не надо было ничего предпринимать. Единственное, только можно было мяч выкинуть вперед, чтобы мяч как раз таки улетел под низ, под оппонента. И чуть больше времени я выиграл в этой ситуации. Но в любом случае у нас за 2,5 минуты до конца остается лишь преимущество в троечку. Да. И даже если мы сейчас начнем отдавать эти мячи, по сути, ничего страшного у нас здесь не произойдет. Так. Ну, в любом случае не хотелось бы отдавать доставки, когда ты ведешь катку в ноль. Поэтому пробуем. Пробуем дальше продолжать накидывать. Еще как минимум один овердрайв. Может быть, даже две оверки у меня будет в рамках этого боя. Ну и будем пробовать. Так. Так. 70% овердрайва. Наш тиммейт врывает. Наш тиммейт жестко врывает в троих, в четверых. Но как-то он немножечко передавил, если честно. Немножечко передавил. Можно было как-то поаккуратнее сыграть. Но ладно. 1,5 минуты до конца. 600 очков на бруте. 600 очков на бруте у нас уже имеется. Да, и вот вам ответ на вопрос, можно ли на бруте набирать большое количество очков в рамках боя, да, и при этом быть полезным. Да, в этом нет ничего проблематичного. Тем более я играю на легенде, да. То есть если вы играете на каких-то там средних званиях, да, и там думаете, блин, да брут слабый. Да не, он не слабый, абсолютно не слабый. То есть вам достаточно этого, иметь просто дополнительные припасы, чтобы уже чувствовать силу вашего вооружения. 50 секунд остается у нас до конца, 29 киллов уже есть. Ну и пробуем сделать еще шире заход, на случай того, если противник у нас сейчас будет играть здесь под нас. Он будет играть здесь под нас 100%. Кидаем мяч просто напередку, чтобы выиграть еще больше времени. Ну и такая легенькая турбосушечка уже срабатывает в моменте.
дабы не отдавать доставку противнику, но если отдавать, то только лишь одну, и то нужно попробовать зацепиться здесь, накидать, 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 отлично, ну и здесь можно уже просто чуть шире выкатиться, наверняка, чтобы уже точно эта катка закончилась нашей победой еще и с 30 киллами на бруте. Считаю, что это очень и очень хороший результат, и в моем понимании это лучший первый дрон, который вы должны прокачивать на своем аккаунте. Ну и как вы видите, просто, ну по сути, взял ту пушку, которая плюс-минус подходит под корпус, корпус, который нормально себя комфортно чувствует в матчмейкинге, хантера, смоки, да можно там брать любой там ховер-танк, не ховер-танк, там средние дальности пушки, да, с ближней дальностями пушками будет чуть потяжелее, но там средние дальности, дальнобойные пушки, любые, будет с этим брутом хорошо себя показывать. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу брута, играете вы на бруте, не играете, какие дроны вообще используете на сегодняшний день в матчмейкинге, ну и что вы вообще думаете по лучшему первому дрону в нашей игре. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.